граждане, скажу согласно логике, как посвященный в современность человек. Такие взрослые, а в церковь пеше ходите, а на дворе уж 21 век. Добраться тяжко в храм Господен на служение, с учетом состояния дорог. Когда в природе существует приложение, онлайн-религия твой виртуальный бог. Доступно в нем все из духовной информации, что знают все или почти что все. Патриархат один заключен в нем по санкции, скажу по-светски, отделение в Москве. Все остальные в нем присутствуют конфессии, и сатанисты, атеисты тоже есть. Нажал на кнопочку и никакой депрессии, хоть замолись, хоть лоб разбей свой весь. Святые гаджеты творят дела Господние, им властно то, что не подвластно кирпичу. И не сдерут безбожные комиссионные безбожники за общую свечу. Удобное такое приложение, и функции в нем, считай, не перечесть. В графе с лирическим названием сообщения есть дополнительная графа «Благая весть».